путешествие, ладно, в большое. Вместе с моим парнем. Его зовут Максим, если что. Так. Если вы не понимаете, что за фотка у меня в руках, это фотка с нашего прошлого путешествия, которое я не засняла. Угу. Почему мы так тепло одеты? Нет, мы не едем на Северный полюс никакой. Мы просто... Как сказать? Ты поднял капибару! Ну да, поднял, и что? Ладно, потом с этим разберемся. Короче, вот, мы едем туда, где жарко, но у нас сейчас... Но у нас сейчас холодно, довольно холодно. Так что мы хватаем наши ноги в руки, руки в ноги. И уже уезжаем. Все, нам надо уезжать. Так, фотка остается у нас дома. Картина капибары тоже. Кстати, у нас немного обновилась комната. Пошлите, покажу. Вот. Очень красивые. Хотите, сделаю тутор. Все. И едем на первый этаж. Мы уже приехали. И если что, мы взяли с собой всех троих питомцев. Просто один сзади. Маленькая капибара. Здравствуйте, можно нам что-нибудь перекусить вот в коробочке? Да, конечно, можно. Заказывайте. На вон тех два коктейля, большой и маленький. И вон те два бутерброда. Кстати, вот тут мы забыли забрать фотку на прошлом путешествии. Но мы еще, она еще тут полежит. Думаю, она тут долго будет лежать. Смотря на нас. Угу. Клади это в чемодан, Максим. Быстрее складывай это все в чемодан. Кстати, вы спросите, почему мы не берем с собой фотку? Она просто-напросто не вмещается в наши вещи. Кстати, я еще кое-куда зайду, Пахар, с тобой. Тут такая красивая собоечка. Это продается. За сколько? Ну, недорого. Я покупаю. Сложу в рюкзак Максима. Угу. Сложу в рюкзак Максима. Блин, не помещается. Ладно, я не куплю. Так, все, я возвращаюсь. Давайте еще нам две колы с сахаром. И без сахара, что ли? Угу. Ага. Сейчас. Ой, я ничего не распаковала. Там бутерброд. Второй. Ну, ничего. Угу. Ну, все, мы все купили то, что хотели. Теперь поехали в поезд. Кстати, вот тут мы делали фотку. Фотку с питомцами надо сделать. Как же без этого? И опять оставим ее тут. Это ж мы. Так, питомцев надо выпустить. Так, две капибары. А собачка... Ой, куда-то встала. Так, надо, чтобы видны все. Вот сюда. Куда-нибудь капибару. Вот тут, сюда. Вот ему в руку другую капибару. И собачка подпрыгнет. Где она? Фух, она просто села со мной. Вот так. Все видны. На сером фоне. И вот на таком фоне. Вот. Это идеальное фото. Теперь все запрыгивайте назад. Все. Давайте соберемся и поедем дальше. Мы забыли рюкзак. Идеально.
Пошли. Так, рельс. О, вот. Нет, это не наш. Ждем рельс. Сейчас у нас уже наступает потихоньку вечер. Если что. Ну, о, вот наш рельс. Вечерний рельс. Так. Запихиваем все, мы поехали. Мы приехали. Вот. Выгружаемся. Вот. Выгрузились. Наш поезд сейчас уедет. Успели заскочить. Фух, он уже набирает скорость. А мы идем. Вот. Наш вагон. Под вечер. Вечер уже. Куда ты лег с капибарами? Ну, и собачкой. Так, капибару сюда. Другую капибару сюда. Угу. Так, вещи наши можно наверх. Угу. А вот, вот где я уже испугалась, где мой рюкзак. Так, собачка тут. Капибары тоже тут. Вам не послышалось. Капибары. Блин, я так хочу спать. Ты уже хочешь спать, Максим? Я не особо. Так, сейчас нам надо найти пижамную одежду. Вот, одевайся, утром это оденешь. Угу. Рюкзак мы закрываем. У нас там много вещей довольно. И нам нужно, чтобы они все были при нас. Все, закрылся рюкзак. Все, ложись спать, я еще не буду спать. Почитаю. Так, читаем. Ребус разгадываем. Так, кр-бар. К-А-Б. А-Р. А, капибара. Капибари. Я вас угадала. Теперь от. От. А, кот, кот. Тут сразу понятно, собака. Ладно, на этом закончила. Что я пойду? Ой. Ну, перед сном, блин. Конечно, так. Не хочу этого делать, но я съем оба наши бутерброда, блин. Просто я очень голодная. Ой, это мой. Так, все. Он ничего не заметит. Все, я спать. Так. Что? Кто съел все бутерброды? Тогда я выпью всю колу. Вкусно. Вкуснятина. Все, положу это туда. Пусть знает. На следующее утро. Так. Я спала в куртке, кажется, я с ума сошла. Так, давай переодевайся. И нам сейчас выходить надо. Вот. Вот. Вот, надо выходить будет уже нам. Ага. Так, все. Зверушки. Запрыгиваем все. Выносим. Мы чуть не забыли еду. Слава богу, мы про нее вспомнили. Так. Ну. Все. Твой рюкзак с собой потащим. У нас по дороге открылся чемодан. Ужас. Так, мы в таком же метро. Они просто похожи. Чуть у тебя открылся рюкзак. Все, поехали, уезжаем. Ребята, мы уезжаем. Ребята, мы приехали в аэропорт. Уже показали все паспорта и так далее. И все. Сейчас будем уже погружать наши чемоданы. Мы будем без них лететь. Да.
Берем рюкзак. Так, давай меня держи свой рюкзак. Я так огромных капибар тащу. Вот неси теперь этих капибар. Так, осмотрю рюкзаки, достаем все гаджеты. Так, достаю телефон. Так. Планш. Деньга куда уехала? Вот. Я только телефон. Все. Теперь закрывайте свои рюкзаки. Деньги там могут находиться. Ну все. Капибары, пока-пока. Становитесь тоже туда. Катайтесь туда-сюда. Угу. Я не знаю. Если она пикает, нормально, не волнуйтесь. Так, ну все, собираем свои вещи. Так. Камеру. И ты забирай свой телефон. Планшет забыла положить. Все, забираем вещи. Идем вот сюда. По очереди. Все нормально. Фух, мы так устали. А у нас еще не наш рельс. Далеко не наш рельс. Ну, нам есть чем заняться. Наши рюкзаки постоят. Наши питомцы подождут. Все. О, наш рельс, наш рельс. Беги быстрее, наш рельс. Фух, самолет. Наши места. Вон, еду приготовили так мило к нашему приезду прям. Так, вот тут мы взяли, ну, класс. Тут, где никого нет. Так, что вы делаете в нашем, в нашей кабине? Ой, извините. Мы взяли то, где никого нет. Обошлось нам это дорого. Но это ж мы. Здравствуйте, вам что-нибудь нужно? Да, нам, пожалуйста, арбуз. Вот пироженку и пошаурме. Будет сделано. Попить что-то надо? Нет, не надо. Ну, можете колу дать. Да, хорошо. Еду сделаю. Так, 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 так. Угу. Буду. Сейчас. Угу. Угу. Так, колы. Так, колы. Мне вот стаканы. Так, стаканы колы. Еще они просили арбуз. И вот, ой, на этом возьму. Вот. То-то дело. Удобно подносить. Так, только один стакан получается. Фух, шаурма. Вот ваш заказ. Кто заказывал шаурму? Ой, я заказывала шаурму с арбузом. А он фанту, то есть колу. Все, приятного вам полета. Весь полет мы летим, едим. Он поделился со мной колой. Потом я перехотела колу и пила молочко всю дорогу. А потом мы вспомнили, что у нас в рюкзаках должно что-то быть. Мы начали рыться в моем рюкзаке. Почему именно в моем, мы не знаем. И нашли. Вы не поверите, что мы нашли. Мы нашли то, что так искали. Мы нашли одну баночку колы. Но она Но мы не могли ее достать. Мы засунули все назад. И расстроенные ехали дальше. Угу, все. Мы уже наконец-то прилетели. Все. Так что мы уходим отсюда. Забираем наши рюкзаки обязательно. Здравствуйте, здравствуйте.
идем в аэропорту и забираем наши чемоданы. Так, все. Этот чемодан катим с собой, ну все. Едем в наш номер. И вот мы уже пришли сюда. И вот мы уже заходим в двери. Просто. Все просто. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Что вы так тепло одеты? Слушайте. Ой, мы просто из страны, где не тепло, знаете ли. Ну, сейчас не тепло. Так, ладно. Не будем об этом. Держите ваш ключик. Ой, спасибо. Пошли располагаться в нашем номере. Я тут вижу лифт. Ну все. Пошли. И надо еще ключик. Вот. Все. Ключик мне в рюкзак. Поехали. Так, мы уже приехали наверх. И заметили, что вот тут такая зона с бассейном. Тут вот такая зона. И вот это уже наш туалет. Наш туалет, и не знаю почему два. Наша комната. Вот. Так. Сейчас мы будем вешать вещи. Сперва. Вот. Вот. Вот так. Вот тут у меня будут лежать две вещи. Вот такие. Вот такие. Остальное у нас пока что лежит в чемодане, потому что мы им особо не пользуемся. Не, ну не вещами. Ну, вещами вот этими не пользуемся особо. Второй у нас чемодан так для отдыха. Немного так. Но мы достанем из него всякие наши вкусности. Ты съела, кстати, два бутерброда. Ой, а ты почти всю колу допила. Угу. Нормально у нас ладить не получается, как вы заметили. И мы забыли самое главное, выпустить наших зверей. Вот тут даже для собачек уже специально, или, можно сказать, специальная мисочка. Вот так, да. Угу. Вешаем рюкзаки, а это... Штучка у нас тоже повесилась. Все у нас прекрасно. Вот капибары сидят. Угу. У нас там даже компьютер. Я советую нам сейчас сесть за столик. Пойти вон там на диванчике. И поесть то, что мы с собой принесли. С собой носить тут не запрещено. Угу. Это уже мы вышли из нашего номера. Угу. Мы забыли достать ключик. И подождите. Сейчас. Вот тут у нас там, где туалеты. Вот. Там, где туалеты, мы забыли повесить вот такую штучку на входе. Мы сейчас немного отошли, вы не волнуйтесь. Сейчас мы закроем. Чик. И ключ мы с собой редко берем. Чаще всего будем класть вот в эту сумку. Вот, мы уже не в своем номере. Вот, на этом прекрасном месте. Так, вот вторая кола. Поменяться колами, я же такую заказываю. А я такую. Вот. Теперь настало время. Пусто, ты съел все сэндвичи. Нет, это ты съел все сэндвичи. Ну ладно, я и что? Все. Ой, не хочется уже есть даже. Все. Настроения нет. Все, пошли. Ой, открываем
Закрываем. Доставай наш ключик. Угу. Ключик у нас тоже без дела не валяется. Вот у нас он будет висеть. Мы решили вот тут. Вот эти штучки нам особо не нужны. Так что положим их в этот чемодан. Все. Кстати, что мы так тепло одеты? Ну, как сказать, тут вообще-то плюс 20. А мы еще думали ходить в бассейн. Угу. Это ж мы. Ты куда так жарко оделся? Ладно. Так, все. Пошли. Открываем, чтобы выйти. И закрываем наш номер. Все, пошли. Мы пойдем сейчас вниз на, можно сказать, в столовую. Идем. Вот мы приехали. Угу. Там сидела влюбленная парочка. Это наш заказ. Это еще не ваши. Так, давай закажем что-нибудь. Угу. Официант сейчас принесет. Вот ваши заказы. Да, мы заказали довольно мало. Угу. Потому что мы сильно не обжираемся. Ну, как сказать. Иногда вот Максим бывает, а я не обжираюсь. Я не обжора. Угу. Ага, конечно. Ой, что ты там конешкаешь? Я не обжора. И точка. А пока что я буду кушать. Ам, за одну секунду, видел? Ам, я тоже за одну секунду. Так, все. За нами все уберут. Нет, я сейчас за вас все уберу. Угу. Все, я пошла, я там мыть и так далее. А вы можете подниматься. Вообще, ребята, мы сейчас идем в свою комнату спать, потому что у нас уже вечереет. Вот, медленно вечереет. Мы поехали. Мы приехали. И сейчас уже будем ложиться спать. Угу. Так, открываем. Вот, все. Я схожу быстро в туалет. Ой, чё, его не открыла. Все. Ну, быстрее. Да все уже я. Так. Ну все, давай ложиться спать. В принципе, мы всё сделаем. Ну, в принципе, тогда. Ой, я ж не переоделась. Чик. Угу. Я спатьки. На утро увидимся. Всем привет, ребята. Я проснулась. Сейчас пойду в спортзал. Да. Ага. Вам не послышалось, в спортзал. Открываем. Интересно. Так. Вот тут в бассейне вроде пока что никого нету. Надо потом после спортзала сюда побежать. А, нет. Уже человек пришел. Ну ладно. Пусть сидит. А мы пойдем в спортзал. Я приехала. Проходим через кафешку. Так понимаю, эти люди там всегда. Да, проходить через вот это все. И думаю, я начну с коврика. Раз. 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 Отжимания. Раз. 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 Один. Два. Три, четыре, пять. Теперь попробуем вот так. Раз, 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 раз. Нормально. Теперь вот так. Раз, 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 раз. Попробуем поподнимать гантелью. Угу. Коврик. Угу. Вот сюда. И получается. Я недавно поднимала 10-килограммовую, теперь попробую 15.
кстати, я, фух, и, кстати, за все вот это оборудование надо платить. И теперь быстро-быстро побежали. Все пока что норм. Фух. Вот здесь раз, два. Это может очень много времени, ты можешь спотеть. Теперь посидим на мячике. Уи. Угу. Круто. Все, вроде бы отзанималась. Пойду схожу в душ. Угу. Все. Все, пошлите. Перекушу. Ой, перекусывать, то есть не буду, пойду наверх. Так, я приехала уже. Вот. Чик. Открываем, закрываем. О, проснулся. Ты уже проснулся? Ну да, проснулся. Ну все. Кстати, у меня есть идея. Давай пойдем в бассейн. Ой, куда я залезла? Все, давай. Сейчас я только переоденемся. Переодеваемся. Угу. Все. Готовы. На все готовы, называется. Пошли в бассейн. Там вроде бы немного человек. Все. Вроде бы человек не так уж и много. Все, побежали. Ты где? Я уже добежал. Понятно. Давай что ли плавать? Уи. Я так могу прыгать высоко. Уи. Полежу немножко. Ой. Угу. Со временем сюда начали приходить дети, снимать свои вещи. То есть, ну, короче, вы поняли. Тоже начинают с нами плавать. Потом загорать. И в итоге мы решили вылезти на время. Попробовать взять вот это. Вот это. И мы никогда не ели вот это. Вот. Еще мы взяли по коктейлю. И вот. Сейчас. Максим захотел банановый. А я захотела коричневый. Мы отпусковали вот это. И получилась вот такая штука. Вкусная. Пошли присядем. Фух. Я так устал. Вкусный кексик. Я устала. Вкусные штуки. Теперь обмен коктейлями. Ведь мы хотели наоборот. Ой, точно. И вот, ребят. Вот мы обмениваемся коктейлями. На этом наш влог подходит к концу. Всем пока-пока.